Одесситы смогут впервые вживую услышать южнокорейский джаз. Музыканты приедут специально на Одесса Джаз Фест. Это будет их первое знакомство с Украиной, как и у большинства участников фестиваля. 90% музыкантов будут впервые в Украине, впервые в Одессе. Ну, это кредо нашего фестиваля, и я приглашаю всех прийти и послушать все эти проекты, которые у нас будут представлены из разных стран, 11 стран, потому что, в принципе, их нигде нельзя потом будет услышать. 18-й международный фестиваль пройдет с 21 по 23 сентября. Традиционно основной программой станут открытые выступления в Горсаду и концерты в филармонии. Мы добавили в нашу программу субботний такой день, субботний концерт «Дети играют джаз». Казалось, что очень много детей начинают играть, пробуют играть, петь джаз. Тоже выступит звезда, которая специально к нам приехала из Норвегии, гитарист, обладатель премии Грэмми. Во-первых, он проведет мастер-класс в училище, и после этого с удовольствием выступит перед зрителями и с детьми. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет вечер памяти Юрия Кузнецова, где покажут фильмы с музыкой известного одесского джазмена.